Приветствую всех на канале. 4 декабря. Вчера прогулялся я по центральному пляжу. Кто не видел, посмотрите, интересно там получилось. Ветер воду повыгонял. Мелики там образовались, такие островки. Оголился берег, который был всегда в воде. Но сегодня я приехал прогуляться по Каменке. Тоже он, видно, береговая линия отступила. Вон как далеко. Там вот где впереди, за Каменку, туда к Ростовской. Там меляков-то не было. Сейчас вон они и туда тянутся. Вон там люди ходят. Собака бегает. И вот здесь он какой меляк получился. Так, что у нас сегодня? Холодно, ветер. Не знаю, поменьше, не поменьше он стал. Так, что у нас здесь? Песок замерз. И здесь, наверное, вода замерзла. Где он здесь? Да. Ночью мороз минус 8. Что здесь все подморозило, можно спокойно идти прогуляться. Кораблей сколько стоит. Здесь все заморозило. Ага. Лед хрустит, можно провалиться. Здесь мелко. Грязь. А где песок, здесь все довольно-таки хорошо подморозило. Вот там вдалеке. Здесь еще и порт закрывает. Ветер не такой сильный, но холодный, пронизывающий. Летом таких меляков не бывает. Это вообще гигантские, вода ушла вон сколько метров, 300, если не больше. Прогуляюсь вот туда, где рыбаки обычно сидят, до камней там посмотреть. Вчера мне понравилось, когда на Ийской косе гулял. И вот эта каменная насыпь. Люди до чего знают, зачем вот эти 5-сантиметровые бычки с очками, там с пакетами все собрать. Халяву всегда любили люди. Потом говорят, почему у нас рыбы нет. Мелкая одна. Так, ну вот, дошел я до камней. Здесь вон только вороны обитают, чайки вон там сидят. Волки, вороны здесь ищут все, что поесть. Вон, камни полностью оказались на суше. Вода здесь тоже хорошо ушла. Все сухо. Одни кирпичи эти.
О, да. О, здесь рыбаки всегда сидели. Сейчас все сухо. Хорошо видно, где заканчивается насыпь. Вон вода только здесь начинается. Льда чуть-чуть образовалась. Так, ну по песку я не пойду обратно. Там ветер такой неприятный. Пойдем по камням этим, по тропинке. Чуть странно, как-то чисто здесь. Мусор что ли весь собрали. В том году я здесь 5 мешков, а, да не собрали. Вот он здесь весь и валяется. Здесь такое. Здесь все в пластике. В основном пластик. Загадили здесь все. И здесь его никто не собирает. О, все в бутылках. Такие картины можно найти. О, целый пакет здесь. Водка, пиво. О, кто-то отдыхал. Ну и все, соответственно, бросили нахер сюда. Да, убрать бы этот ветер, и погода была бы изумительная, хоть и мороз, зима. О, какие мелики отсюда, вон. Так, все, дошел я до камышей. Хоть ветер потише, тоже все в мусоре здесь. Здесь какой громадный камыш, метров под 5 высотой. Какие-то еще проходы, кто туда все лазит, червей копает что ли. Вот, да, идет. Oh.
канава замерзла. Здесь встречаются. Так, следующая остановка у нас в районе Висты. Вот она, Виста. Посмотрите, как сверху это выглядит. О, здесь даже меляки. О, и там везде вся береговая полоса получилось в меляках. Хотя здесь-то меляков, да никогда их не было здесь. Но сейчас спустимся, посмотрим. Трава еще зеленая. Без мусора у нас никак, блядь. Стекла набили. Так, где здесь спуститься-то? Все в стекле. О. Стекло, стекло, еще раз стекло. Вон здесь тоже такие. Здоровые меляки. Вода и здесь ушла на 100 метров. Сюда возле берега лед, песок подмерз.
получилось. Здесь лед. Вода ушла везде. Ладно, пойдем на берег уже. Хочу на коньках катайся. Вот здесь поднимусь. Так, еще сверху показать картину. Еще повыше. Еще повыше. Так. Так, здесь повыше уже забор.
ветер. Да, ветерок ядреный. Так, или здесь поднимемся. Последняя точка нашего путешествия, это вот здесь, в районе магии огней. Вон здесь такие полубаны есть даже. О, здесь меляков вообще в жизни никогда не было.
интересно, вот откуда в воде, в море вот эти бетонные какие-то блоки взялись. Как их сюда заперли-то. Снег был, понамерзал лед так. Все, он здесь тоже метров 100 от берега воду угнала. А вон она вся береговая полоса без воды. Да, здесь ветерок намного жестче. О, все камни без воды. Все сухо. Ветер все еще не прекращается. Здесь хотя берега он потише чуть-чуть, хотя может и нет.
такая получилась прогулка 4 декабря 2022 года, когда ветер за неделю погонял много воды с моря. Обязательно посмотрите предыдущую серию про Ейскую косу. Там тоже интересно. Все, на этом все. Всем пока. И заходи, если что.